диска паспорта, что представляет упаковку компакт-диска «Ультиматум». Фирменный диск «Стик Рекордс». Играет мой проект «Торнопарт» 2003 года, альбом «Стоун», тоже в стиле трэш-метал. Максим Верхов, желаю тебе успехов. Ты на канале. Обзор и отзыв Верхов. Спасибо покупателю. Запаковываем вот. Николаю Свинесы поедет для него. Это диск Сочек. Он был на басу Чернин. Далее я на соло гитаре. И Дмитрий Лайсосченко на гитаре. Николай Николай Намтин. Банах Сосин. Юрий Ед. Тот, что делал. Логотип. Он уже отвал обложный. Труд. Под пояс. Тогда это для Эйд. Там ведь. Так что 50 гривен. Кассета. Купа сейчас. Так.
Снимаю на камеру Nikon L820 и находится на канале «Обзоры и отзывы». Vista Compact Max Digital Records. Дистрибьюция Ultimatum. Вот. Вот такая кассетка, покупай. 50 гривен. От смерти стон, над жизнью стой.